Трагедия в День знаний. Работа по безопасности очень актуальна. Она не только сегодня, но и всегда и постоянная. В поселке Мегет погибла школьница. Пострадали еще два подростка. Наша новая школа. В Китое сегодня самая современная школа Ангарского городского округа. Современный образовательный центр в Китое построили всего за год. Чтобы помнили. Подрастающему поколению я желаю любить свою родину, уважать старших, помнить историю. В Ангарске отметили годовщину со дня окончания Второй мировой. На телеканале «Актис» новости о ключевых событиях дня вам расскажу я, Елена Жерлова, и мои коллеги. Начинаем выпуск с трагической новости. В День знаний в этом году погибла школьница. ЧП произошло в поселке Мегет. После торжественной линейки одноклассники отправились на прогулку к заброшенной водонапорной башне. Что привело к трагедии, узнавали наши корреспонденты. День знаний в поселке Мегет не предвещал беды. Компания из шести подростков решила уединиться неподалеку от школы, рядом с водонапорной башней. Ребята были там не в первый раз, но в какой-то момент дети потеряли бдительность. Никто не успел заметить, как находящийся на высоте деревянный шатер начал разрушаться. Все произошло примерно здесь. Ребята находились внизу, и вдруг на них обрушилась груда обожженных бревен. Случилось непоправимое. От полученных травм 15-летняя Алина скончалась прямо на месте. Несчастную пришлось буквально извлекать из-под обломков. Еще двое ребят получили серьезные травмы. В настоящий момент оба находятся в реанимации, и их состояние оценивается как тяжелое. Одноклассники погибшей девочки от комментариев отказываются. Многие из них до сих пор не могут поверить в случившееся. Однако ребята не скрывают, что заброшенная башня вблизи школы не первый год является популярным местом сбора у мегетских подростков. Внутри ветхий объект расписан неуклюжими граффити. Работа по безопасности очень актуальна. Она не только сегодня, но и всегда и постоянная. Она проводится во всех образовательных учреждениях. Вот в том же Мегете родители договорились проводить рейды по безопасности именно на этой территории заброшенной. И они выходят туда и по очереди дежурят там, стараясь не допускать детей на такие объекты. Усилий родителей и педагогов, очевидно, мало. Открытым остается вопрос, как столь опасное сооружение стало доступным для подростков. К примеру, наша съемочная группа при проезде к месту трагедии не столкнулась ни с одним препятствием. Кто должен был обеспечивать безопасность вблизи ветхого объекта? И кто должен был снести или хотя бы отгородить детей от смертоносной башни? Теперь в этом предстоит разобраться Управлению Следственного комитета по Иркутской области. Александр Бычков, Дмитрий Новопашин. Местное время. Меченые. Неприятным сюрпризом встретило утро сегодняшнего дня автовладельцев из 84-го квартала. Ночью злоумышленники пометили несколько машин зеленой краской. В общей сложности было испорчено 6 авто, все они были припаркованы на зеленой зоне у дома номер 2. Возможно, личности ночных художников удастся установить по видео с камер наружного наблюдения. Владельцы намерены обратиться в полицию. Свершилось. Новая современная школа микрорайона Китой 1 сентября распахнула свои двери перед учениками. Этого исторического события жители отдаленной территории ждали много лет. На торжественную церемонию открытия приехали почетные гости, первые лица округа и наша съемочная группа. Такого количества белых бантов и счастливых детских улыбок жители Китоя не видели давно. Новая современная школа рассчитана на 725 учеников. Пока в ней будут учиться 625 ребят. 80 из них – первоклассники. Открытие этого образовательного учреждения – долгожданный момент и для детей, и для родителей. Очень замечательно, потому что и дети будут учиться с первой смены, уже не будет никаких проблем их по ночам ходить встречать вечерами темными зимой. Просто восторг, молодцы. И спасибо нашим, как им там, депутатам, всем, кому-то, всем, кто всем в общем дал, да, мы благодарим за это. Мы очень рады, все очень рады. Первый раз, первый класс и школу. Новая. Новую, да. Общая площадь здания 17 тысяч квадратных метров. В школе только учебных классов насчитывается 40. Но также есть и лабораторные кабинеты, два спортивных зала, просторная столовая с отдельным входом, которая может накормить сразу 200 учеников. Поздравить китойцев с историческим событием пришли и первые лица округа. В Китое сегодня самая современная школа Ангарского городского округа и одна из самых современных в Иркутской области. Безусловно, жители этого достойны. Ребятишки наверняка придут в восторг, когда сегодня пройдут эту школу. Им есть чем сравнить. Они учились в школе 30-го года постройки.
725 миллионов рублей было потрачено на строительство объекта. Это средства из бюджетов всех уровней. Вот уж действительно, школа получилась народной. То, что стоит за моей спиной, вот это сооружение, это ярчайший пример того, как вместе может работать городская власть с областной и федеральной. Вместе мы можем сделать все. На торжественную линейку приехали почетные гости. Депутат Государственной Думы Алексей Красноштанов год назад пообещал Татьяне Демидовой, директору 11-й школы, что на этом месте будет стоять новое здание. То, что вчера казалось мечтой, сегодня сбылось. Хотел бы попросить вас, чтобы вы берегли эту школу, чтобы эта школа стала для вас вторым домом, чтобы вам всегда сюда хотелось ходить. Я уверен, что в стенах такого прекрасного заведения вырастут очень достойные и образованные люди. А министр образования Иркутской области свое приветственное слово адресовала выпускникам учреждения. Хорошо подготовиться к единому государственному экзамену, отлично сдать и выбрать тот путь, который вы себе наметили, чтобы у вас в жизни была только прямая и красивая дорога из стен этой школы и, конечно, через тернии к звездам. И сегодня, по традиции, я хочу пожелать вам ни пуха, ни пера. Кульминационным моментом торжественной церемонии стало традиционное перерезание красной ленточки. Открытие совпало с магическими цифрами. В нашей школе сегодня исполняется 88 лет. Но это, наверное, символично. 2018 год и 88 лет. Китайцы очень любят свой микрорайон, очень любят свою школу. Я думаю, вы эту школу полюбите еще больше и будете ее беречь, потому что все, что в ней, это все ваше. Звенит первый звонок, и вот уже ребятня осваивает новые кабинеты. Впереди у школьников дорога в страну знаний, новых открытий и достижений. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Торжественные линейки 1 сентября проходили во всех 37 ангарских школах. Учебный год стартовал для 27 тысяч детей. С размахом День знаний отпраздновали в гимназии номер 1. Это учреждение считается одним из лучших в Ангарске, области и даже в России. Лучшие фрагменты праздника далее в нашей программе. Соло первоклашки, День знаний в первой гимназии не просто линейка. После летних каникул учащихся встречают праздничным концертом. Все артисты, воспитанники учреждения. Развитие творческих способностей учителя ставят вровень с интеллектуальными. Поэтому к учебному году здесь готовятся на совесть. Ну, читать, по крайней мере, так могу. Считать, писать. И свободно много умею. Я буду хорошо учиться. Пока первоклассники знакомятся с учителями, будущими друзьями, их родители прощаются с беззаботным временем. Быстро садик закончился, очень неожиданно. Радостно, конечно. Сыну самое главное выбирал цветы для первого учителя. Белые розы. Поздравления с началом учебы гимназисты, педагоги и руководство учреждения принимают от мэра Ангарского округа Сергея Петрова. Глава территории признался, что когда-то и сам стоял в числе родителей и замиранием сердца следил, как школьный путь здесь начинали его дети. Конечно же, это серьезная ступень для дальнейшей реализации мечтаний, планов, своих замыслов. Поэтому, дорогие ребята, в первую очередь вам хорошей учебы на пятерке, чтобы вас учителя вам нравились, вы с удовольствием шли в школу, родители во всем вам помогали, родителям терпение. Это серьезная задача перед всеми стоит, и учителями, и родителями, чтобы вырастить достойных ребятишек с хорошими знаниями. Директор Людмила Раевская поднимает стяг. Это еще одна многолетняя традиция учреждения. Каждый день учащихся будут встречать два знамени – Ангарского округа и гимназии. Я сначала обращаюсь к нашим старшеклассникам. Вы помните тот день и тот час,
когда вместе с букетами цветов ваши мамы передали вас в руки той, которая стала для вас второй матерью. И самое главное, ребята, запомните, самое главное достояние гимназии – это учителя. Всех с праздником! Мне хотелось бы вот маленьким ребятам, которые сегодня первоклассники, пожелать быть старательными, послушными учениками для ваших руководителей. Выпускникам охота пожелать, чтобы этот год выпускной, финишный, был удачным для них и принес только положительные эмоции, остались яркие впечатления после выпускного бала. Уважаемым педагогам этого прекрасного учебного заведения я хотел бы пожелать здоровья, терпения, благодарных учеников. Главная ценность любого образовательного учреждения, будь то школа, гимназия или лицей, надежный и сильный коллектив. Всем детям, родителям и педагогам хочется пожелать всего самого доброго в этом новом учебном году и поздравить всех с Днем знаний. 1 сентября в этом году в ангарские школы пришли почти 27 тысяч учеников, более 3 тысяч из них первоклассники. Уроки и домашние задания начинаются уже с понедельника, чтобы полученные знания стали полезными. А учеба была интересной, усилия придется приложить всем – педагогам, учащимся и их родителям. Наталья Никифорова, Дмитрий Швецов. Местное время. С 1 сентября у юных ангарчан прибавилось не только школьных забот, но и более серьезной ответственности. 58 человек в День знаний получили паспорта. Торжественная церемония по традиции состоялась в Музее Победы. Со вступлением во взрослую жизнь подростков и их родителей поздравили руководители управления образования и отдела по молодежной политике администрации округа. У меня будут новые права, обязанности, которые я должна буду исполнить. Мама тоже волнуется, потому что дочь стала взрослой, стала настоящим гражданином Российской Федерации с документом. Теперь она будет более ответственной. Паспорта в торжественной обстановке ангарские школьники получают с 2005 года. Музей Победы за год проводит по 5-6 церемоний. Наш город, кстати, единственный в Иркутской области, где документ вручается в праздничной обстановке. День окончания Второй мировой войны отмечался накануне по всей стране. 2 сентября подписанием акта о капитуляции Японии была поставлена финальная точка в самой кровопролитной кампании за всю историю человечества. В Ангарске торжественный митинг проходил на площади у Музея Победы. Кадры с места событий и воспоминания ветеранов в репортаже Ирины Шавлюк. В 13 лет Мария Горячина начала трудиться во имя Победы. Вспоминает, годы войны были тяжелыми и жестокими. По дороге из Забайкалья до Тамбовской области попали под бомбежку. Остаток пути преодолевали пешком. Ели то, что придется. Иногда это были мертвые, полусгнившие животные. Как удалось выжить, не понимает до сих пор. Поэтому подрастающему поколению желает никогда не испытать тягот войны. Подрастающему поколению я желаю любить свою родину, уважать старших, помнить историю, и чтобы было чистое небо над землей. Впервые за долгие годы Сергей Попов, моряк, главный старшина флота, не посетил памятное мероприятие. Подвело здоровье. Сотрудники Музея Победы отмечают, им не хватает его задорного смеха, веселых танцев и интересных историй. Зато среди гостей много молодежи. Именно они должны помнить и знать. Многие дети говорят, после 9 мая, как это, погиб, там, например, 1 сентября 45-го, войны же уже нет, не было. То есть мы должны детям говорить о том, что война еще была, и наши солдаты погибали. И ведь недаром те, кто прошли Дальний Восток, имеют медаль за разгром войск милитаристской Японии. Это тоже медаль, это государственная медаль. Видимо, из-за того, что военные действия велись на территории Дальнего Востока, там этот день отмечается с особым размахом и торжественностью уже со 2 сентября 1945 года. Я прибыл служить после окончания военного училища на Дальний Восток, как раз в конце августа 1985 года. И что меня удивило, что там, на Дальнем Востоке, вот этот день, 2 сентября, праздновался уже по полной программе. То есть это было действительно праздник со слезами на глазах.
С тех пор 2 сентября отмечает Александр Бондарчук. А теперь и по всей стране этот день станет не просто исторической датой. День окончания Второй мировой войны указом президента учрежден государственным праздником. Хочу пожелать, самое главное, учиться, любить родину, быть патриотами. Ну и, конечно же, если придется, быть защитниками нашей великой России. Ирина Шавлюк, Роман Буйнов, «Местное время». 3 сентября – День памяти жертв терроризма. Также это мемориальная дата в честь погибших при исполнении долга в ходе спасательных операций. Во многих городах России сегодня вспоминают трагические события, возлагают цветы, принимают участие в траурных шествиях. Ангарск не стал исключением. В школах педагоги посвятили этой теме патриотические уроки. В 37-й школе гостями классного часа стали герои России Владимир Алимов и Аркадий Корольков. Офицеры отличились во время сложнейших боевых операций на Северном Кавказе. Сегодня мы вспоминали и о погибших. Сегодня мы говорили и о героях, которые позволяют нам спокойно жить, работать и учиться. Сегодня мы вспоминаем о тех событиях, которые просто забыть нельзя. Фильм, который мы сегодня показывали детям, я посмотрела на лица, оставил неизгладимое впечатление о тех событиях. В Ангарске подвели итоги проекта «Территория семьи». Праздничный концерт по этому случаю проходил в Дворце ветеранов «Победа». Как специалисты помогли приемным семьям построить гармоничные отношения, расскажем далее в программе. Что поддержка моя большая и дружная, наша семья. 16-летняя Лера читает стихи собственного сочинения, посвященные самым близким. У нее есть 2 сестренки и младший братик. И, конечно, добрая и любящая мама. Преодолеть трудности и научиться жить в гармонии им помог городской социальный проект «Территория семьи». Различные мастер-классы, много было спортивных мероприятий. Дети прямо в восторге были от всего этого. Зимой хотели кататься на ватрушках. Но вы представляете, это вообще было столько эмоций. То есть, я говорю, мероприятий было очень много. Детям очень все понравилось. Даже последнее мероприятие, это было на этой неделе во вторник. Мы все вместе ездили на мастер-класс, делали чудесные поделки. То есть, даже последнюю неделю и то у нас было мероприятие. Муниципальный проект «Территория семьи» реализовывался в Ангарске с апреля 2017 по сентябрь 2018. За это время помощь психологов, юристов, педагогов получили 63 семьи, в которых воспитываются приемные дети. Во время концерта во Дворце ветеранов «Победы» говорили слова благодарности всем, кто был причастен к этому большому доброму делу. Теперь территория семьи станет больше. Благодаря проекту будет дан старт ресурсному центру «Территория семьи», который мы организовали, который направлен на организацию межведомственного взаимодействия специалистов по поддержке семей, в которых воспитываются приемные дети. За это время многие семьи просто сроднились и стали верными друзьями. Такие теплые отношения помогли приемным детям адаптироваться и привыкнуть к своему новому статусу, почувствовать себя нужным, близким и полюбить их всем сердцем. Ведь опора и поддержка, которую дает родная семья, нужна каждому. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время. На главной площади возобновились ярмарки урожая. Их главный организатор – клуб «Академия на грядках» Дворца культуры «Нефтехимик». После летнего перерыва 1 сентября в центре города собрались десятки садоводов-любителей, фермеров и, конечно, покупателей. Каждый мог полюбоваться достижениями наших дачников, приобрести семена и саженцы, овощи и фрукты к своему столу, получить полезный совет. Наши садоводы умеют удивлять. Они выращивают редкие и даже экзотические для нашего климата культуры. Поэтому почти все посетители ушли с хорошим настроением. Ярмарки на площади Ленина будут проходить по субботам с 9 утра до 3 часов дня. Ну и в завершении выпуска хотим поздравить всех школьников, их родителей и педагогов города с началом учебного года. Пусть дорога к знаниям будет светлой и счастливой.